Да я пытаюсь! Он очень хорошо знает цвета. Смотрите, он прям гонится за Йоши. А чё за читерство? О, ра-ра-ра-ра! А чё он за мной? Он прям, он шёл прям ко мне. Как будто что, Ульяна. Ну, привет. А у нас уже начинается игра, и мы пришли с ребятами на этот раз все вместе в прятки по цветам. Но здесь только одна карта, и здесь кубики вместо... вместо каких-то других предметов. И очень много их. У нас тут Йоши! Нам хана, Наконец-таки Йоши-искатель, но это проблема, да. Это так, большая проблема. Встать так, чтобы можно было куда-то уйти быстренько потом. Угу. Все, это, то есть Йоши готов. Оно освобождено. Побежал. А, что? Я синий был, в смысле? Желтый, господи, я сейчас засмотрелась. Желтый, да, говоришь? Все понял, записал. Желтый нет, у меня синий. Синий, да? Да, ага. Синий. Так, ну-ка, опа. Почему мне не показывается сразу цвет? Что такое? Да, что сразу не показывается, тут так и есть. Йоши кого-то уже пристукнул, да? Меня. А я, кстати, не вижу, я вижу только очертания Йоши, и вот сейчас, видимо, произойдет убийство, нет? Сейчас должно, да, по идее. Видимо, нет. Ах ты. Или да. Ах нет. Ты, а как вы тут выжили? А я тоже могу посвистеть, кстати. Посвистываю даже, да. Ух ты. Что-то подкидывает еще вдобавок. А тебе видно, когда мы свистим? То есть тебе видно, что очертание какого-то человека? Тише, оп, раз. Ну два. Спокойно, спокойно. Два найдено двоих. Возможно... Капец. Ага, ну это... Молодец, конечно. Ах ты хитрая какая. А как там девочка отскакала, ее было не видно все еще. Опа. Вот видишь, смотри, я сейчас свистну, ты видишь меня? Ты не туда, не туда ты смотришь, не туда ты смотришь. Да, серьезно? Окей, ладно. Я зря тогда это сделала. Я думала, ты просто свистишь, и тебе слышно, что есть кто-то здесь. Да ну тебя, ты на меня не наступил! Да в смысле? Почему здесь выжили люди? Что за дела? Видимо, выжили как-то. Так я их, ну, раздавил, переехал. Точно? Опа, это как? Конечно, точно. Кого поймал? Кошка Лана. Не Лану? А я думала, ты Лану поймал. Нет, Лана жива. Ой, я же могу наблюдать. Так вот. Живучая. Наблюдать. А ну-ка. Так, смотрим. Глазами искателя. Так, чел. Ну что, вы видели же? Ты меня поймал! Ты просто на хвост наступил. А чел, я зато чела вообще не поймала. Как это все игра. Это игра обманывает нас. Это я не знаю, это какие-то проблемы происходят. Вот это чел. Ой, я кого-то переехал случайно. Просто на голову наступил человеку. И даже не заметил. А как? Ты чего? Вот да, странно, иногда ты идешь за человеком, чтобы его поймать. Наступаешь на него, а он, ну, как бы, вообще ни в одном глазу. А тут ты просто наступил на пятку, и вот, пожалуйста. Ой, и вот, пожалуйста. Как я, Илана. Посмотрите, поглядите тут. Ну, да, как ты так? Как да, как непонятно. А вы даже не буду подсказывать. Блин, да вот вы видели сейчас прикосновение? Ужас какой. Это что, какой-то телепатический способ нахождения этого человечка или что? У нас тут, если что, еще два... Хочу сказать искателя, почему. Человека, который прячется. Угу. И а что ты Йоши стоишь? Уже... А что это они? А что ты стоишь? Тут еще два человека осталось. Все уже, времечко, все. Времечко, все. Она ушла. Капец. Убить ее! Ну да убить! Умри, я переехал. Ну дай я тебя перееду. Кстати, не знаю, я ее прям дважды давил прям ногами, но что-то игра сказала нет. А мы, главное, умерли. 570 монет из игры. Приятно, приятно. Ну это круто, да. Искателю конечно. Много дают, если он много поймал. Да и в принципе, даже если немного, потому что у меня только 120. А, я же копила на радужное яйцо. Подождите, сколько оно стоит? Сколько там? 3000. А, мне нужно еще 600. Блин, можно я искатель буду, пожалуйста? Можно, конечно. Спасибо большое, это от тебя зависит. Да-да-да, я уже нажал кнопку, что ты будешь искателем, все. А, да, хорошо, ладно. Конечно. Я тоже мысленно... Возможно, это хорошая работает, кнопка. Кто знает. Я не знаю, что у Йоши там за идея, вернее, идея способы. Да. Но это сработало. Оно будет выпущено. Оно освобождено. Освобождено. Минус девочка, минус вторая. Нет, не успела. Хорошо, подождем. Ты была очень близка, я так скажу. Да. Да.
Я ее здесь буду пасти. А как она только что отскочила? Минус Лана тут была, ушла. Капец, что ты стоишь? Я жду. Квадратике. Ну, я буду смотреть. Ладно. Я тебя увидела, Ёши. А ты или нет? Себя. Блин. Увидь. На себя посмотри. Обязательно. Обязательно. Опа. Чё ты смотришь? Я видела. А чё? Нельзя смотреть, что ли? Нельзя смотреть? На-на-на-на-на! Парень, в смысле он убежал? Не поняла. А как это убежали? Ульяна, тебе надо побольше ловить, чтобы заработать деньги. Я прекрасно понимаю, потому, но мне не получается, потому что какие-то в этот раз прыгучие ребятки попались. Ладно? Какие-то, да, попрыгунчики, ничего себе. О, переехала девочку. Как раз ту, которую я не переехал в прошлый раз. Ребята, я наблюдаю за вами. Я нашла или как, но вы можете посмотреть. Нет, это не лайфхак, это просто... Это не лайфхак. Ладно, прости. Да что ж! Капец, Ульяна, ладно, мне надо зарабатывать деньги, я хочу радужное яйцо выбить. Ну, прости, пожалуйста. Капец ты, убийца. Да блин, где этот парень? Он же был здесь. Да как он перевыходит? Перемещается, как он перемещается? О, кто-то упал вниз! Я иду, это бой. Нет? Нет? Разве нет? Ну, он же цвет был здесь. Там один, ну, как бы, да, смотреть, да, следить. Вот и не успела ты. Эх ты, Ульяна. Ладно, хорошо. Ульяна, блин. Да вообще что-то не выходит у меня ничего. В прошлый раз у меня получилось... Ульяна, еще минута, у тебя получится. Смотри, сейчас куда бежать. Осталось 5 из 10. Чел! Да как он... Ну, как он передвигается? А ты карауль, может быть, его. Вот так я караулю здесь, а он сейчас окажется просто в другой стороне карты. Вот посмотришь. Вот он, смотри, он наверху. Да. Как он передвигается? Я не понимаю. Да я пытаюсь. Он очень хорошо знает цвета. А у тебя с этим проблемы, да? Ну, он будто бы, знаете, знает прям куда, где сейчас какой цвет. Он прям прыгает на цвет, который ему нужен. Иди сюда, ты много болтаешь. Это я. Прям мимо Ульяны пробежала. Да, Ульян, ты могла Еву поймать. Да? Ну, ладно. Ничего страшного. Ева просто за тобой шла. Да вон опять этот чел. Ладно, все. Да, в смысле, Ева, все. Ева. Ева, пока. Ёши здесь. Ёши все еще здесь. У меня 10 секунд. Мне нужны монеты. Я буду ждать. А, я не успею, да, потому что уже... Кто ушел? Ёши. Куда ушел? Я не вижу Ёши. Ну вот он. А, вниз, наверное, да? Вот опять, видите, я не видела даже. А сколько осталось? А, все? А, в смысле, четверо? Четверо. Я думала, вас двое. Ну, 330, ладно, не так уж плохо. Можно мне еще раз искателем? И как раз-таки я буду уже с радужным яйцом. Ёша, а ты сколько монет сейчас получил? Ой, я сейчас не смотрел. По-моему, где-то почти 300 тоже. Ого. Что? Да. Ульяна, лучше выживать. Наверное, время выживания тоже влияет. Странно. Я 220 получила. Ну, хорошо. Ты умерла-то пораньше, не до конца дожила. Ну да. Угу. Так, это, кажется, тот чел, который знает, я не могла... цвета. Да, я не могла его поймать. А он быстрее, как будто, блин, чем... Да, есть такое ощущение. Чё тут стоишь? Что ты стоишь? Иди давай отсюда. Мы тебя здесь не ждали. Я осторожно. Да-да, ладно, осторожно. Желтый. Я капец убежала. А как вы узнаете следующий цвет? Никак, это раздробно. Мы ждем. Да. Просто Лана сразу встала на желтый, стояла, уже не двигалась. А, ну я когда выкрашиваюсь, я не двигаюсь. Нет, я поняла. Вот видишь, опять сейчас был синий. Да-да. И это было видно, кстати, заранее. Ребят, лайфхак, когда отчет заканчивается, вы можете начать бежать, и где вы перекраситесь, там ваш цвет. Серьезно? Да. Давайте посмотрим. Да. О, реально! Поняла? Ага. Капец, это вот фигово, что вот оставили почему такую возможность, это вообще, ну, нереально для искателя. Это, конечно, лайфхак, но да. Не круто, не круто. Было бы здорово, если хотя бы секундочку нельзя было вообще ни в какой цвет встать, превратиться. Ага. Я думала, это так и работает, потому что исчезает цвет, и типа потом он появляется, и я думала, что это так работает. Но оказывается, он уже определен. Угу. Иди сюда, чел, не иди. А я не помню, в прошлый раз там было? Да-да, я уже поняла. Кажется, да. Интересно, наверное, мы просто не замечали.
Ну, я замечал. Я так и делал. А, да? Ах ты! И нам не сказал. Вы посмотрите. Так я думал, вы это поняли и так. Да что-то как-то нет. В смысле? А почему я сейчас на зеленый шла, а мне дали красный? Ну и пожалуйста. Ну, потому что... Нет, Ульян, не на тот, который ты встановишься, тебе потом дают, а тот... Ну, в общем, он определён игрой. В этом... Вон. А, всё. Эшел! Подождите, а мне дадут монетки? Это всё, чёрт. Беспокоюсь. Все понятно, все ясно. Он, короче, ну все. Он, ну, в общем. Не круто, не круто. Вообще нет. Мне еще нужно 110, да? Да, все верно. 110 монеток, чтобы купить это яйцо радужное. Так, ну что? Куда ты идешь? Беленький, пока все спокойно. И в нашу сторону. Сюда, не надо. Видимо, левый верхний угол относительно начала. Это очень популярное, боже мой, место, чтобы прятаться. Мама! Красный? Так, она что-то увидела. Она увидела меня, вероятно. А что стоит, тут? Стоит, что ждет. Что ты тут стоишь? А я вот упрыгал, пока. Все, я упрыгал от нее. Спокойно, 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 спокойно. О, мама! Белый, нет. Она за мной охотится, но она не сможет меня победить. Это позже вы видели, да? Куда-нибудь сюда. Тут написано слева снизу, жеребята далеко. Да-да-да. Да-да-да. О, господи, я думала уже новый цвет, я засмотрелась. Оказывается, опять я чуть Лана не умерла. Такая чисто спряталась. О, что ты тут стоишь? Уйди от нас. Ушла. Я тоже ушел. Мне иногда страшно, вдруг меня слышат, что я здесь говорю. Зеленый. Ага. Ужас, страшно. А что ты, жаль, что здесь нельзя наблюдать, как в прошлой игре. Только если ты умер. О, она упала! Она упала, капец. У нас есть достаточно времени, чтобы... Чтобы вальяжно, да. Спокойно перепрятаться. Ага. А она вообще хоть кого-то поймала? А я, кстати, вот не... Да, я не замечала, чтобы она кого-то ловила. Понятно. Капец, ей очень не нравится. Она была прям очень близка. Ну да, прям рядышком с вами. Вот она стоит рядышком с кем-то, а потом уходит. И будто бы... О, боже мой, я черный! Нормально черный, все хорошо. Она видела меня, она стоит и смотрит прям на меня. Но она не сможет меня поймать. Ой, уйду-ка я вот сюда, пожалуй. Давай, давай. Как мне повезло, что тут был зеленый. Да, но она опять идет... А, нет, не идет. О, так, ладно. Я каждый раз почему-то думаю, что она знает, куда идти. Но она же никого не видит. Это же сложно. Да. Опять упала, бедняга. Блин, ну я бы попалась, конечно, ей. Ну, нет, тебе нужны монетки. Мне нужны деньги. Да. Кажется... Было бы прикольно, если бы за движение давали больше монет. Типа я очень много ходил, не спрятавшись. Она ушла. Но монет вышла. Да хватит, 197, не бойся, опять. Я согласна с тобой, Ёша. Да. О, мне хватит. Мне, а что уже было хватает? В тех прятках. Да, да, да. Давай, скорей. Да я вот, уже. Ой, какой прикольный. И кто это, Так, сейчас посмотрим. Надевай. Это конфетный маг. Ой, подожди, я не то сделала. Стойте, подождите. Нет, вот так вот надо убрать и вот так вот сделать. Да? Всё, какой хороший. Вау. Блин, ну я не могу сейчас выбор искателя. Да, надо уходить. Ну что ж такое. Блин, а где он? А, вот он, все. А, блин, я не могу посмотреть на него. Подождите, вот я сейчас встану. Смешной. Слушайте, а вообще не меняются квадратики, кстати. Да, видимо, одна карта. Поэтому теоретически... Ева! А я не смотрела в этот момент. Ну, я смотрела камеру, но не смотрела глазами. Слушайте, а он будто бы что-то знает. Да, караулит прям. Угу. Искатель со стажем. Смотрите, он прям гонится за Ёши. А что за читерство? Да не читерство, он просто видел. Что ж читерство? Ну то и что он видел? Он просто шел по белым за мной. Вот по и все. По следу. Конечно. Вообще ноль проблем. Он просто чувствует... О, ра-ра-ра-ра! А что он за мной? Он шел прям ко мне. Он знал, как будто, что Ульяна там. Мне кажется, он прям вот... Вот, Ёша, вот, откуда он знает, что ты здесь? Нашел. Вот смотри. Вот сейчас посмотрим. О, зеленый. Якобы он потерялся, да?
Да мне кажется, нет читов, ребят, ну чё вы. Ну я даже не знаю, не знаю. Ну, а как он тогда так прям... Ну он прям вот пошел на меня. Мне аж стало страшно, если честно, так развернулся. Возможно, это пинг, я даже не знаю. Да ему стало стыдно, что он нас поймал, и он стал в угол. Просто стоит, я тоже буду стоять просто. Да он что-то дергается, Ульяна, смотри. Да я вижу. Он, наверное, читы выключает. Да ну блин, почему он меня поймал и стоит теперь АФК? Вот, ну как это работает? Я считаю, тебя поймал! Да, я поймал. Же говорю, он... почему бы я бы не жаловалась, если бы он меня не поймал. Так и Еву как-то непонятно тоже, каким образом поймал. Я говорю, его сейчас забанили, его сейчас из игры выкидывают, вот поэтому он стоит. Не выдумывай. Его переписка с админом Roblox, он такой, нет, не удаляй меня из игры, я удалю тебя из игры. Он, видишь, в угол стал наказан. Вот да, я же говорю. Ему сказали, вот достоишь в углу до конца раунда, тогда, может быть, не забаню. И он такой, ну ладно. А, вы вдвоем остались? Подождите. Да. А, да? У нас люди просто сбежали с сервера. Причем сбегали, когда были искателями, а они не выдерживали. Да, да, да. Ну, так неинтересно. Открою-ка я яйцо. Ульян, стоит радужное или же, может, легендарное? Ну, слушай, ну смотря какие тебе хочется поймать питомцев, каких хочется тебе поймать. Не знаю. А, все? Да, да. Ага. Поэтому открывай скорей. 240 монет. Хорошо. 90 монет, Дарья, так мало. Ну, пожалуйста. Ладно, открою-ка я самое крутое. Ну что ж, давай. 3000. А, тут надо останавливать, блин. А, да, да. Сейчас покажу. Ой, какая злюка рогатая, злюка. Посмотрите. Это краб какой-то. Мне почти единорог попался. О, ну все. Держитесь. Ну, пока мы прячемся тут от Евы. Я надеюсь... Че ты тут стоишь? Ты упрыгивай лучше. Я лучше упрыгну. А что, Ева не... Ой, опасно, опасно. Короче, пока Ева меня не поймала, я буду заканчивать это видео. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жмать на колокольчик, и всем пока. 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 Пока.